клуб очень неплохо. Задача минимум – сохранить место в лиге по итогам сезона, ну а там, глядишь, если повезет, можно, наверное, и за титул даже побороться. Пас в штрафную. Месси! И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. Вес. Плохая подача, защитник первым на мячах. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Победителем он вышел из этого непросто. Свисток арбитра, будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Забирает мяч. Мяч летит в сторону ворот. Опасно! Нет, рядом со штрафной. Тренер гостей, команды требуют от защитников искусственного офсайда. Наверняка отрабатывали на тренировках все это, и сейчас посмотрим, насколько хорошо у них получается. Ба. Штрафной удар, арбитр пока не торопится. Вставать на крышу. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. С углового мяч будет виден в игру. Удар прямо во вратаря. Так они вряд ли замахнут. Потеря. Все, в оборону. Вы посмотрите, сохранил таки мяч под прессингом. Не прошла эта передача мяч у соперника. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну а потом скажут комментатор, сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Мяч у соперника. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Попытка нанести удар головой. Опасно, но в створ не попал. Бускетс, Бургас. Баштуш, Пимпара. Оставляет защитника в дураках. Тут может что-то получиться. И здорово читает эту подачу защиты. Совсем не обязательная потеря. Какой своевременный отбор. Ну-ка, наказать за такую потерю голом.
не мяч в руках у голкипера. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Очередная потеря. Почти подошли к воротам, но защитник начеку перехватил он эту передачу. Месси. Отличный навес. Ждем угловой. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской юношеской школе. Баштуш Пимпара. Бускетс Бургас. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Бар. И как пробил. Это угловой. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Мяч в руках у голкипера. Можно было... Итак, первая половина встречи завершена. Возвращаемся на Олимпиа-стадион. Защитник перехватил передачу. Это опасный штрафной. Время обезопасил он свои ворота. Пол команды обыграл. Ничего себе. Ну, давай. Отличный удар. На месте голкипер. Все в порядке. Ну, голкипер сегодня красавец. Он сегодня не пробивает. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Рамос. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за бокового.
Погба. Сыграно жестко, но в рамках брата. Хороший прессинг защитника. Мяч уходит за боковую. Месси. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Рамос. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Бускетс, Бургос. Это может быть опасно. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Потеря. Баштуш, Пимпаре. Месси. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Баштуш, Пимпаре. Месси! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Игра остановлена, будет угловой. И все-таки вратарю удается сохранить свои ворота сухими. 0-0. Отличный сейв вратаря. Это может быть опасно. Бургас. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Месси. Мяч перешел к другой команде. Мяч сыграно. И под прессингом со стороны защитника упускает он мяч на боковую. Рамос. Пас назад. Возьми в руки. Но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Аут еще раз. Угловой в концовке матча — это всегда опасно. Посмотрим, что получится. Бьет он головой. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Интересно, в кого он цель? Знаешь, я думаю, что не только нам, но и команде тоже интересно, кому это все адресовал. В этих краях люди живут футболом и болеют тут совершенно по-особенному. Да, тут болельщики неистово поддерживают.
поддерживают свою команду на протяжении всех 90 минут. Песни, пляски, крики каждую минуту. Потрясающая атмосфера. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Видит судья или не видит, но стенка двигается куда-то. Куда же она двигается? Может быть, на зевак? Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Многие важные мячи забиваются со стандарта. Посмотрим, что получится сейчас. Ударище просто. Какой сейв. Вратарь творит чудеса. Последние минуты матча, безусловно, нервозность возрастает, ведь голкипер сегодня играл великолепно и очень хочет сыграть на ноль. Удар! И хотя матча остается не так много времени, и этот угловой хороший шанс для команды. Вашему вниманию соотношение угловых сегодня. Мяч, лишь бы не было гола. Ну что же, игра завершилась. Три ничьи в трех матчах — это не провальный результат, но и достижением я бы это тоже не назвал. Ребята, ну все-таки нужно играть-то поактивнее. Давайте, соберитесь.